фан-парке «Бобровый лог» начали строительство одного из объектов зимней универсиады. Спортивно-тренерский блок площадью более 4000 квадратных метров будет располагаться на рельефе с перепадом в высот до 20 метров. Такое архитектурное решение усложняет процесс, но основные работы начнутся уже в следующем году. Подрядчиком стала одна из строительных компаний Красноярска. Напомним, в здании спортивного блока будут размещаться судьи, спортсмены и комментаторы игр. Строительство ведется за счет средств генерального партнера зимней универсиады компании «Норникель». В течение лета мы подготовили строительную площадку, очистили ее от деревьев, проложили дорогу, поставили забор, ограждение, КПП. До ноября мы должны провести один из самых сложных этапов работ – это забить буронабивные сваи.